Тратим два времени, открываем следующую дверь. Так, вот, есть еще одна ловкость, возможность ее получить. Это какой-то хряк, и он не разрешает нам перебрасывать или увеличивать значение на кубиках. Неприятно. Неприятно. Прямо пахнет еще одним, минимум одним повреждением. Страшно, но хочется. Давайте потратим одно время для того, чтобы четверочку положить вот сюда. Так, теперь мы бросаем 4 желтых, 1 черный, 3 сиреневых, 3 синих и рвемся в бой. Бр, бр, бр. Так, четверку желтую здесь, тройку сиреневую здесь, тройку сиреневую здесь. Мы можем получить еще одну тройку. Так, вот здесь мы можем бросить сиреневый и желтый и один из них удалить. Ну, естественно, удалим вот этот сиреневый. Так, шестерка вот сюда. Вот эта десяточка сюда очень хорошо встает. Сюда мы можем пятерку положить. Сюда мы кладем шестерку. Увеличить куб мы не можем из-за вот этого свойства. Как нам закрыть эту пятерку? Так, что у нас здесь? Здесь у нас так себе. Ха, а что я думаю? Я могу вот здесь вот, я вот здесь могу потратить пятерку, то есть шестерку сюда. Получу пятерку синюю и пятерку желтую. Пятерка желтая и пятерка синяя. Да? Я могу обменять их на пятерку черную. Красота. Все, закрыл. Отлично. Так, здесь у меня уже лимит. Все, раз, два, три, четыре. Я могу 4 скилла иметь. Здесь я могу добавить одну ловкость. Что я, наверное, и сделаю. Так. Четвертый сиреневый кубик. Я должен потратить 2 времени. Раз, два. Но все, у меня здесь карты кончаются. То есть я продвигаюсь на следующий этаж. А здесь от меня требует отнять один за каждый бросок, который делает проверку на яд. Но у меня яда нет, так что, может быть, это не так уж и страшно. А вот то, что здесь появились дополнительные квадратики, это, конечно, ну, от них никуда не деться. Все. Тратим 2 времени. Раз, два. Выкладываем 4 двери. Проверка на яд опять не нужна, потому что яда нет. Тратим еще 2 времени. Открываем вот эту дверь. Еще один гигантский паук. Так, у нас здесь 3 опыта. Еще один меч нам не нужен. Ну ладно, попытаемся заработать еще один опыт. Здесь мы тратим время за каждый яд, который у нас есть, но яда у нас нет. Поэтому мы бросаем 1, 2, 3, 4 желтых. 4 уже теперь сиреневых, 3 синих, черный, и нужен ли нам еще один черный? У нас там вон сколько всего страшного. Да, давайте потратим одно время, возьмем еще один черный и положим его сюда. Ну да. Или вот сюда, вот так. Это сиреневый я закрою, скорее всего, вот так. Все, бросаем кубики. Ну, так, что там было-то? По-моему, шестерка там была. Так, 3, 4, 5 мы должны закрыть. Это 5, это 4.
Ну и троечка. Где бы ее взять? Так вот, чтобы полегче. Ну вот из этих двух троек слеплю одну черную тройку. Вот сюда. Сюда пойдет желтая. Сюда пойдет четверка. Сюда пойдет шестерка. Я получаю одну сиреневую тройку и кладу ее вот сюда. А, мне же в первую очередь надо вот это было закрыть. Ой-ой-ой. Где я ее возьму? Давайте вот тут я брошу, я поставлю сюда. Это должен был делать в первую очередь, конечно. Ну ладно, сейчас посмотрим. Да, слава богу, у меня есть пятерочка, чтобы вот здесь закрыть. Я сбрасываю вот это и вот это у меня. А, все, у меня только вот это не, а и вот это не закрыто. Один яд. Ну, на это я не рассчитываю. А вот пятерка сиреневая, как бы ее получить? Кажется, я знаю, как это можно сделать. Мы увеличиваем значение вот здесь вот кубика на 2, любого. Мы увеличим вот этот. Заменяем черный на желтый. Вот здесь у меня черный остается один, свободный. Я использую его вот здесь. И могу бросить один синий кубик, увеличить его значение на 2. Да, я буду надеяться, что мне выпадет, ну, тройка и больше. Но не тут-то было. Выпала единица бесполезная. Я, наверное, сделаю вот что. Я потрачу один эликсир на то, чтобы единицы перебросить. Да? Поскольку я использовал эликсир, одно здоровье могу полечить. Перебрасываю 2 кубика. Чтоб тебя разорвало. Нет у меня пятерки, тройка и единица. Не набрал я пятерку. Все, получаю один яд. Но это все, что я. А, и плюс еще одно повреждение. Вот так. Да, тяжелый был бой с этим гигантским пауком. Я получаю 3 очка опыта. Еще 4 очка, и я перейду на следующий уровень. Тратим 2 очка времени и открываем следующую дверь. И это какой-то великий дух. И здесь я могу получить магию еще одну. Магия мне нужна. Для того, чтобы ее получить, нужно силой. А, нужно освободить ее силой. Так, ну что ж, попробуем. 4 желтых, один черный. Ну и возьму еще один черный, выложу его сюда. Нормально, нормально. Здесь мы должны закрыть пятерку и тройку. Сюда мы должны положить пятерку и сюда шестерочку. Этого хватает. Все, освободили духа. Мы можем иметь 5 единиц всякие разные ерунды, и у нас как раз 5 и есть. Теперь нам надо срочно прокачиваться по опыту дальше. Так, мы бросаем теперь 4 синих кубика. 2 времени потратили, дверь открыли. О, еще один дух. Ну, мы теперь будем использовать его в качестве очков опыта. Давайте повторим все то же самое. То есть мы берем 4. А, мы же заработали еще один этот. Не, ну здесь 10, здесь 11. Логично использовать вот эти. Желтые, один черный. Да, мы, кстати, можем вот это тоже использовать, если вот сюда пойдем. Да, тут всего на единичку-то больше. Давайте рискнем и пойдем вот сюда. Используем 4 кубика магии. Ну и все-таки потратим одну единицу времени для того, чтобы четверку положить вот сюда. Вот так.
Опять неплохо, опять неплохо. Здесь мы кладем четверку, сюда мы кладем пятерку. И сюда мы кладем пятерку, и сюда два вот этих кубика, это как раз 11. Вот, все удачно. Ну и теперь мы получаем 3 очка опыта. Это 9, нам еще одно очко нужно, и мы продвигаемся дальше. 2 единицы времени, открываем карту. Ну, здесь даже больше, чем нужно. Ой, это очень вкусная карта. То есть мы потратим 2 времени для того, чтобы попытаться забраться наверх. Один кубик черный, 4 желтых. Потратим 1 очко времени и положим четверку сюда. Что у нас тут есть? Тут у нас есть тройка, здесь у нас есть пятерка. Неужели не хватает вот на это? У нас тогда шестерка нужна, да? Но эта шестерка и есть. И у нас здесь троечка. Троечки не хватает. И, по-моему, ничем я это увеличить не могу. Поэтому здесь у меня одно повреждение и один яд. Вот так. Вот что я сделаю. Значит, я получил эту карту. Заменю одну вот эту. Вот так. На такую же, но с дополнительной жизнью. Ну и здесь, соответственно, у меня 10 очков набрано. Я могу продвигаться дальше. Получаю еще одну порцию эликсира. За это я могу полечиться или избавиться от одного яда. От яда я избавляюсь. Ну и плюс получаю второй черный кубик. Что, в общем-то, неплохо. Теперь мы тратим 2 единицы времени и открываем еще 4 двери. Это конец фазы исследования. Мы должны бросить один кубик и помнить о том, что мы должны увеличить на 1. То есть нам нужно выкинуть 3 и больше. Повезло в этот раз. Шестерка. Я могу этот яд вылечить. Мы тратим 2 единицы времени и открываем одну из этих дверей. Давай откроем вот эту. Здесь мы можем получить еще одну ловкость. Ну, в любом случае, давайте сражаться. У нас есть 2 черных, 4 желтых, 4 синих, 4 сиреневых. И будем ли мы что-то еще использовать? Давайте, да, потратим одно время, чтобы взять себе четверку. Вот у этого охотника, конечно, не очень приятная вот эта способность. Не нравится мне, не очень она сильная. Ну, давайте закроем этой четверкой вот сюда один обязательный квадрат. Средненький бросок. Что мы можем из него извлечь? Ну вот за синюю пятерку, мы четверку, мы черную используем, мы получим одну синюю и одну желтую. Нам положена одна сиреневая тройка. Здесь мы можем использовать одну синюю тройку, бросить синий кубик, увеличить его значение на 2. Это четверка, и она превращается в шестерку. Здесь за синюю двойку, но мы тройку черную используем. Получаем, бросим желтый и сиреневый. И один из них сбросим. О, 2 пятерки. Так, я пока их отложу, я еще подумаю, кого мне оставить. Так, ну давайте закроем то, что нам нужно закрыть. Здесь мы должны закрыть тройку. Здесь мы должны закрыть пятерку. Здесь мы должны закрыть четверку. Так, закроем здесь 4 и 5.
Здесь мы закроем 6, 4. Здесь мы можем закрыть пятерку. И у нас осталось вот здесь, что у нас, троечка. Мы ее легко закрываем. А здесь десяточка. Ну и, соответственно, вот эту мы и оставим. Вот так. Вот что значит прокачаться. Надеюсь, я тут ничего не попортил, не нарушил. Получаю эту карту в качестве чего? Могу еще один кубик получить. Ловкости. Пятый. 3 очка опыта дадут мне еще один эликсир, и я полечусь чуть-чуть. Это тоже важно. Давайте попробуем набрать еще 2 очка опыта и полечиться. Все. Раз, два. И мы открываем еще одну дверь. О, здесь у нас эликсир. Или 2 очка опыта. В общем-то, неплохо. Это какая-то лоза, ловушка. Мы можем перепрыгнуть или прорубиться сквозь них, потратить одно время, а там осталось 3 карты. Поэтому я, наверное, я и прорубиться смогу без проблем. Я так думаю. 4 кубика желтых, 4 кубика черных, 2 кубика черных. Или нет, не будем рисковать. 4 кубика сиреневых. Вот так. Потратим 1 единицу времени вот здесь. С другой стороны, мы не сможем вот это закрыть. А может и сможем. Посмотрим. О, хороший бросок. Итак, нам нужно закрыть здесь 3-ку. Мы, кстати, 3-ку можем получить же, да, бесплатную. Вот она. Да. Закроем здесь 3-ку, здесь 5-ку. Здесь еще нужна 5-ка. Ну а здесь нужна 7-ка всего лишь. Она у нас вот тут свободна. Ну, там была, в общем, 7-ка, это не важно. Есть она. И мы получаем это в качестве эликсира. Мы получаем еще одну порцию. За то, что мы получили новую порцию эликсира, мы можем полечиться на 1-ку. Тратим 2 единицы времени, открываем еще одну дверь, последнюю, и натыкаемся на каменного червя. Серьезный соперник, и мы должны положить 1 яд, чтобы сразиться с ним. Ого-го. Да, жаль, надо было это как-то использовать по-другому. В качестве ловкости, например. Ладно. Да, ну что ж делать, это нам уже не пригодится. Будем рисковать, будем с ним биться. У нас есть 4 ловкости, 4 силы, 4 магии, 2 черных куба. Идем в бой с червями. Да, мы, кстати, можем потратить 1 единицу времени для того, чтобы что-нибудь закрыть. Здесь вон сколько всего. Да, потрачу я 1 единицу времени. Каждая 1 единица времени, которая тратится, и у нас нет карт, мы выкладываем 1 ранение сюда. Как только здесь 3 накапливается, мы конвертируем его в ранение для себя. Так, мы берем эту 4-ку, положим ее вот сюда и пытаемся пробиться. Ну так, бывало и получше. Первым делом мы должны закрыть вот эту 5-ку. Закроем ее. Должны закрыть вот эту 4-ку. Закроем ее. Что у нас еще есть? У нас еще есть 3-ка. Пометим, что мы ее взяли, чтобы не забыть. Тут способностей уже много набралось. Вот 2 черных куба с 1-ками. Что это такое, а? Давайте, кстати, перебросим, что ли. У меня вот 3 кубика. Я переброшу все 3 единицы. За это я могу полечиться.
Теперь перебрасываю эти кубики. Две двойки и пятерка. Не густо. Фух, ну ладно, пятерку я могу сюда поместить. Двоечку я могу использовать как синюю. И здесь написано, что я могу бросить сиреневый и желтый и один из них оставить. Вот, это уже хорошо. Так, шестерка. Здесь у меня сиреневую троечку надо закрыть, я закрою. Здесь вот два синих я закрою тоже. В общем-то, здесь вот 12 надо, да? Я могу вот здесь вот у меня есть 5 и 5, и могу еще сюда 2 добавить, и это как раз 12. И все, что мне осталось, это здесь 10, и здесь еще нужно сколько? 8. 8 у меня есть. Это вот 8. Ну а там 10, по-моему, нереально. Хотя я могу из этого сделать тройку черную. Эту тройку я могу поместить сюда и бросить синий кубик, увеличить его на 2. И это 6. Мне даже увеличивать его не надо. Я могу вот сюда его разместить и получить пятерку синюю и пятерку желтую. Все равно мне не хватает. Не хватает. Давайте я использую еще одну порцию и переброшу все тройки. Рискну. Хочу десятку, не хочу получать повреждения. Что я использую сейчас эту порцию, я могу полечиться. Давайте я полечусь вот так. И теперь перебрасываю все тройки. Вот. Это другое дело. Вот она, десяточка. Десяточка есть. Уровень пройден. Причем без потерь почти. И мы получаем себе еще один синий кубик, еще одно здоровье. Перед финальной битвой с монстром мы переходим уже к битве с нашим вот этим деревом. Да? Здесь у нас показано, что мы можем делать, что мы не можем делать. Мы не можем использовать наши героические черные кубики, но у нас есть два наших обычных куба. И что здесь написано? Что если все черепушки закрыты, нам нужно закрыть черепушки, и за каждую черепушку мы будем наносить по одному повреждению, то мы получаем по одной ране. Вернее, не ране, а по одному яду. А яд очень важен в битве с главным монстром, потому что в начале каждого боя мы должны проходить проверку на этот яд. Кстати, давайте сделаем это прямо сейчас. Тройка на этот раз удачно. Прекрасно. И это означает, что один жетон мы можем убрать. Теперь мы готовы биться. У нас 1, 2, 3, 4 ловкости, 4 силы, 5 кубиков магии, 2 черных. У нас нету ни одной порции эликсира не осталось, поэтому это мы использовать не можем, а жаль. Здесь были хорошие вещи, будем рассчитывать только на свои силы. Ну что ж, погнали. Ужасный бросок. Так, мы здесь вот потратим пятерочку и получим 5 и 5. Дальше. Здесь мы потратим двоечку и можем бросить сиреневый, желтый и один из них оставить. Так, 4 и 6. Ну, я подумаю еще. Дальше. Здесь мы получаем сиреневую тройку. Здесь я могу бросить синий кубик и увеличить на 2 его значения. То есть до шестерки. И вот здесь могу закрыть одну. Вот так. Это уже хорошо. Здесь у меня вот 16 есть. Это тоже хорошо. Здесь у меня 14, да? 4,
6, еще 6, это 12, это 13, да, и мне не хватает единички. Единичку я сделаю вот из этих, да, одну единичку, это как раз ровно 14 получается, да, 6, 12, 13, 14. Все, здесь я закрыл. Теперь нужно здесь подумать. Ну что ж, я, пожалуй, оставлю себе из этих двух вот этот сиреневый, закрою вот здесь. Ну и воспользуюсь последней своей способностью увеличить один кубик на 2. Любой. Я, пожалуй, какой закрыть-то, даже не знаю. Давайте желтый закроется, все увеличу на 2. А, я должен увеличить не черный кубик. Соответственно, я могу только синий увеличиваю и закрываю вот здесь. Все, то есть я получаю одно ранение и один яд. Кроме того, я получаю один яд, поскольку закрыл все черепушки. Ну и наношу 3 повреждения на врага. За каждую черепушку одно повреждение. Мне нужно нанести еще 4. То есть 2 раунда я должен продержаться. Тогда все будет хорошо. В начале очередного раунда боя я должен пройти проверку и выкинуть больше, чем 2 на кубике. Так, я выкинул 6, и поэтому один яд вылечил. Теперь снова бросаю все положенные мне кубики. Это 4 желтых, 4 сиреневых, 5 синих и 2 черных. Ух, погнали. А что ж так мало-то, а? Ой-ой-ой. Как же драться? Так, за пятачок. Я получаю синий пятачок и желтый пятачок. Здесь за тройку я могу бросить синий и увеличить его значение на 2. Это тройка, и на 2 это еще один пятачок. Здесь двоечку я кладу. Бросаю желтый и сиреневый, и один из них удаляю. 5 и 4 я подумаю. Получаю еще одну сиреневую тройку. И теперь будем думать. Так, 15, 15 и 3. Это 18. Сюда мы ее закрыть можем. 10. Хотя нет, сначала шестерку сюда положу. Так. Здесь у меня 4. 7. 9. 10. Если я возьму вот это, то мне хватит, чтобы закрыть здесь. Ну, давайте я так и сделаю. То есть здесь у меня получается, еще раз проверяем. Да, здесь ровно 14. Здесь я закрываю. Ну и я использую вот эту способность, увеличиваю значение не черного куба на 2 и закрываю вот здесь. И что у меня осталось? У меня осталось 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Эх, не хватило одной единички, чтобы закрыть здесь. Неужели я где-то просчитался? Вот так. Ладно, я получаю эти повреждения. У меня здесь 1, 2, 3 раны. 1, 2, 3 раны. И плюс еще один яд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У меня осталась одна жизнь. У меня осталась одна жизнь. И это страшно. Так. Я закрыл не все черепушки. Кстати, я нанес врагу 2 повреждения. Это важно. И у врага осталось 2 жизни. Ну что ж, будем надеяться, что я буду более удачлив.
в следующем бою, где нужно нанести ему желательно все повреждения, чтобы самому не получать ничего. Да, это будет сложно, но возможно. Давайте попробуем. Нужен хороший бросок. Мне нужен хороший бросок. Для этого нужно что сделать? Для этого нужно хорошо потрясти кубики. По-моему, я перестарался. Не похоже на хороший бросок. Так, давайте. Я получаю одну пятерку желтую, одну пятерку синюю. Дальше я получаю, я вернее бросаю кубик и увеличиваю значение на 2. Отлично, у меня есть шестерка. Так, слишком много единиц. Слишком много единиц. Так, тут двойка. Я вот могу потратить 2 синих сюда, чтобы бросить желтый и сиреневый. Один из них оставить, но это явно будет... Хотя я подумаю еще. Так, получаем тройку сиреневую. Ну и теперь пытаемся что-то придумать. У нас здесь 6-3. 18. Это сюда. Так, у меня здесь 4, 6, 9, 14, 16. Это сюда. Да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 и 4, 16. Верно. Дальше, у меня здесь 14, у меня здесь 9, 10, вот так вот, 14. Ага, у меня еще вот эти 2 есть. Ну вот как ни печально, по-моему, мне буквально не хватило какого-то маленького очка. Я могу увеличить здесь на 2, да, любой не черный кубик. И пусть это будет... Какой здесь мне нужен? Что я могу эту шестерку сюда положить? Здесь мне нужно сколько? Я могу из этого сделать единицу, да? И тогда у меня здесь будет 18. Ну да, сюда я могу положить 6. И здесь я увеличу на 2. Какое-то значение кубика, но вот этого... А, не черного надо увеличить. Не черного. Ну, в общем, вот эту я не закрываю. Вот эту я не закрываю и получаю... Какое получается? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Получаю 8-е повреждение. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ой, господа, я выиграл. Я просчитался. У меня 1, 2, 3, 4 и еще 5, 9... жизни, а здесь у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 повреждений, плюс еще один яд. Да, что-то я призадумался, а на самом деле я-то выиграл, потому что я наношу еще 3 повреждения врагу, ну 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, я победил, зловредное дерево. Вот так играется игра One Deck Dungeon Forest of Shadows. Где-то, может быть, я что-то где-то ошибся. Это нормально, поверьте мне, извините мне мои ошибки, если вдруг где-то они есть. Главное, чтобы вы поняли процесс игры, как она играется, какой у нее дух, какое настроение. Настроение хорошее, пытался играть и соло, и в компании, всегда очень хорошо заходит, поэтому и вам настоятельно рекомендую. Игра One Deck Dungeon, играйте в настольные игры, на этом у меня сегодня все. До новых встреч, канал Пасьянс Шоу, подписывайтесь, ставьте лайки. До свидания, с вами был Дмитрий, пока. Спасибо за просмотр видео на канале Пасьянс Шоу. Подписывайтесь на канал Пасьянс Шоу, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Еще больше Пасьянс Шоу в социальных сетях, в Instagram и Twitter. Играйте в настольные игры. Пока!